Сказали, что ты в Лас-Вегасе Чимкент. Чимкент должен стать лучше, чем Лас-Вегас. Я думаю, народ Чимкента заслужил это. За что отвечаете? За бэн? Да, за бэн. Да. Если здесь человека будет убивать, вы будете стоять. Я просто не считаю сегодня. Сказать, что это не моя территория? Это что за разговор такие? Ну давайте отойдем сюда, вот так. Встаньте вот сюда. Теперь это ваша территория? Да, наша территория. Вот давайте разговариваем. Можете здесь быть? Да. Население должно уважать полицию, полиция должна уважать население. Вот так должно быть, а не наоборот. В этом деле надо навести порядок. Кого надо будет посадим. Через два месяца я вам обещаю, что у вас будет. Все большое вам спасибо. Мужик сказал, мужик сделал. Большое вам спасибо. Я вчера сказать не успела. Егер де бузон дя самасак, біз жұмыстан кетеміз. Если мы не решим все эти проблемы, мы уйдем с работы. Дети, я хочу вам сказать, что мы очень вас любим все. И всегда думаем о вас и заботимся о вас. Мы хотим, чтобы вы всегда улыбались, всегда радовались. И мы вас никогда никому в обиду не отдадим. Сендерді ешқашан ешкім ренжітпейді. Түсіндіңдер ма? Ұқтыңдар ма? Чего вы добиваетесь своими драками и разборками? Че, думаете, что вы крутые будете, да, из-за этого? Что если побили кого-то? Не будете вы крутыми? Время изменилось сейчас. Вот своим родителям помогайте. Самое главное здесь надо это проконтролировать, чтобы эти деньги дошли до каждого ребенка. Мы официально по статистике числимся, что у нас 906 тысяч людей. То же алтын халык бізде тіркелген. Бірақ егерде жаңағы тіркелмегендерді санасақ, біз миллионнан асып кетеміз. Это у нас 1 100 000, 1 200 000 в городе живет. Поэтому очень важна временная регистрация. Чтобы знать. Я думаю, когда вам будет примерно как мне, вы, думаю, будете без виз уже передвигаться в Европу, Америку там спокойно. Будете, нас будут считать с ними примерно одного уровня страны по развитию.